Мне кажется, наши спортсмены избалованы гонорарами. Они получают их в связи с тем, что это огромная экономическая составляющая в этой игре в футболе, да, то есть очень много матчей и много любителей футбола, которые приходят посмотреть. Мне кажется, они избалованы зарплатами, то есть мне кажется, нужно наказывать именно финансово. Вот. Как и везде, собственно, вы делаете плюс, у вас идет бонус. Вот, вы делаете минус, у вас должна быть строгая наказуемость за провал игры. Потому что насколько можно иногда отследить информацию о том, что ребята любят отдыхать и не всегда, в общем-то, хорошо отыграть.